Salam, axşamınız xeyir olsun, Ümid TV-nin daim izləyiciləri. Biz bugün Qurban Abbasov mənzil 14-də yerləşən bir ailənin müraciəti ilə bağlı gəlmişik. Görək ailənin bizə olan müraciəti nə ilə bağlıdır? Чего начать? Поздороваться, да, здравствуйте, благодарю всех за внимание. Мне очень хочется обратиться к азербайджанскому народу, я на эмоциях извиняюсь, чтобы выслушали, помогли и поняли. Мы сделали обмен, я гражданка Азербайджана, но я родилась в Сибири. И сюда, в Азербайджан, я приехала, вышла замуж сюда, и сделали мы обмен с Туркменистана. И 18 лет назад мы продали вот мамину квартиру и хотели купить, я как раз ждала ребенка, хотели купить, улучшить условия, потому что там уже квартира в ужасном состоянии была, сносить обещали. Ну, строить, говорят, что будут сносить, строить. Да, ну, в общем, мы продали и нас обманули. Суд шел на азербайджанском языке, нам никто ничего не переводил. Потом уже сказали, что решение суда, сказали, что нам будут оплачивать эти деньги, которые мы заплатили. Ну, так нам до сих пор никто ничего не принес, прошло уже 18 лет, мы все терпели, сын работал, я работала, дочка вот школу только закончила, мама давно не работает, пенсионерка, невеста у меня, вот внуки, я никогда ничего ни у кого не просила, всегда своим трудом, мы вдвоем с сыном держали всю семью, мы живем уже много лет на квартире, я единственный раз обращалась к Мехрибан Алиевой, чтобы моего сына, потому что прописка у нас в паспортном столе, его в армию не брали. Поэтому я обратилась, написала письмо, чтобы его взяли в армию, чтобы отслужил ребенок, чтобы какие-то документы были. А сейчас я хочу обратиться опять-таки снова по этому же поводу насчет моего сына. Из-за этой ситуации, то, что мы живем на квартире много лет, и с каждым разом все дорого и дорого, и все эти условия, коммунальные условия, дети, стало очень тяжело, и мой сын решил открыть кафе, занял крупную сумму денег. И, Алвер не пошел, и кредиторы, у которых он занимал, стали давить на него. И мой сын, я не хвалю, это мой ребенок, нет, я никак не буду его оправдывать его этот поступок, но он очень добрый, очень хороший, очень отзывчивый такой парень. И вдруг я узнала, что он украл деньги, чтобы как-то спасти ситуацию. И сейчас вот этот, у кого он украл деньги, этот мужчина тоже давит на меня, что продайте квартиру, а у меня нету ничего продавать. Сделайте так, чтобы мой сын пришел домой, а потом как-то вот разобраться с этим мужчиной, помочь ему. Потому что когда он придет, только так мы сможем заплатить этому мужчине деньги. А других вариантов у меня нет. Yoldaşım haqqında danışmaq istəyərdim ki, mənim yoldaşım 7 ildir biz bir yerdəyik, heç bir dənə də belə bir hərəkət olmayıb. Amma bu balaca uşaqlara görə, yəni bu jest eləyib də, o indi çox pis vəziyyətdədir orada. Yəni uşaqlar üçün darıxır. Sizdən çox artıq xahiş eləyirəm ki, bizə bir kömək eləyəsiniz. Leyla xanım, Mehriban xanım, sizdən çox xahiş eləyirik. Ailəlikcə özümdə çox xahiş eləyirəm. Yoldaşımı, uşaqlarımın atasını evə qayıtmağından çox xahiş eləyirəm. Sizdən artıq dərəcə yalvarıram, bizə bir kömək eləyin. Спрошу вас, пожалуйста, дайте нам возможность вернуть нашего мужа, отца этих детей. И у нас положение очень плохое, хуже некуда. У нас даже еды дома нету. И там помогают, и тут помогают, но ничего без него не получается. Мы на все согласны. Прошу вас, Мехрибан ханым, Лейла ханым, прошу вас, пожалуйста, помогите.